Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы сегодня начинаем проходить игру, которая называется Watch Dogs 2. Ну, она вовсе не про собак. Ну, точнее, собаки, конечно, будут встречаться разные всякие. Ну да ладно. Кто следит за каналом, тот видел прохождение игры Watch Dogs первую часть. Мне она, в принципе, понравилась. Была такая достойная. Очень... Почему-то некоторые ждали от нее большего. Но мне понравилась. Это типичная юбисофтовская игра. И... Вполне. Единственный минус этой игры, что мне не нравится главный герой. Идея самого главного героя, какой-то пацанчик, нигер. Не то чтобы я сильно расист, но просто вот эта вот субкультура, ну вообще не по мне. Мне больше всего Эден Пирс нравился, то есть действительно у него была какая-то идея. У него было за что мстить, за что делать, ну, там же Авенджер Мститель был. Здесь... Ну, я не знаю, что будет. Так, ну, я особо игру не запускал. Давайте новую игру сразу. Проверил громкость, не стал быть так. Продолжить. Ленивой жопой, как видите, прогресс 0%. Давайте удалим сохранение. И начнем новую игру. Watch Dogs 2 грузится достаточно долго. Непонятно, почему не сработала синхронизация. Вообще сейчас оно упирается в 60 FPS, вертикальная синхронизация. Почему не сработало? Но в игре почему-то поднимается выше 60 FPS. Сейчас, например, 80. Ну, в общем, не ясно. Все настройки по вышке. Естественно. Плюс я убрал всякий блюр, свечение и прочую херню. Если будет немного... Ну, сейчас тем должно быть по сюжету темно. Если будет темновато в игре, то решим эту проблему. Не, ну видите, посветлело, в принципе, само. Ты должен обойти систему безопасности Блю, пробраться в здание, найти, где хранится твой профиль сети ОС, и удалить его. То есть, как видите... в этом досье, но это все херня. Меня это уже достало. Ну вот и сотри его. Мы следим за тобой. Не отставай. Кстати, лови наш плейлист для создания настроения. Наслаждайся. Нахер мне ваш плейлист? Не нужен... Вот интересно, меня за эту музыку в бан кинут или нет? Я вот проверю, загружу. Надеюсь, что нет. Отдельно громкость музыки регулировать нельзя. Так, ну вроде игра работает нормально, без особых лагов, без ничего. У нас тут первое задание за паркур! Я музло это напрягает. Не знаю, в общем. Так, дело-то в чем? Я все, как видите, подключал. И, в принципе, графло такое более-менее нормальное. Все по вышке, все рулит. Так, еще я не закончил. Что я хотел сказать? Видите, нас кидают сразу же в действие и все. То есть, вот начало, вот как было в первом Watch Dogs, там, ну, было вступление. Что-то произошло. Здесь просто пацанчик, которому захотелось отключиться от сети ОС. Ну ладно. Давайте. Ну, в принципе, бегает он достаточно красиво. Все плавно и мягко. Игра вроде сделана. Так. Стелс. Мало того, что паркур, так еще и стелс. Так, нажмите C, чтобы перемещаться между укрытиями. Ага, Shift, чтобы выйти из укрытия. Хорошо. Будем вспоминать потихонечку. О. Так, там камера еще тусуется. Но нам вообще куда? Нам вообще походу сюда. Куда-то вон туда. Что-нибудь с ним можем сделать? Да нихера мы с ним не можем сделать. Ого. Так. Меня заметили, что ли? Ну да, вроде как. Тихо. Ты кто такой? Ага, значит мы их... можем еще и валить электрошокером.
Спрятаться, конечно, не получилось. Security меня ищут. Так, Q, чтобы открыть снаряжение. Но у меня... Ага. Ясно. Понятно. Но мне нужно было стелсово вот так вот туда вот сбежать, я так понял. Ну, естественно, я это не сделал. Но зато деньжат поднял. Ничего страшного. Так, ну то есть, надеюсь, я могу... Не, без прицеливания я опять уже не могу стрелять. Это новая фишка. Твою мать. Игр современных. Это супер классно, конечно. Ну ладно. Так, что-то денежки какие-то там лежат. Е. Электронная книга. Плюс 4000 баксов. Нихера себе. Что за электронная книга, которая 4 штуки баксов стоит? Не знаю. Так, камера удерживайте. Для сканирования объектов вы получите данных об возможности взлома. Это камеру, что ли, мы могли взломать? Давайте посмотрим. Может быть. Не очень ясно. Ай, ладно, нахер. Еще разберемся. Вроде камера действительно... А, вот еще одна. Камеру вроде как действительно можно было взламывать, но сейчас непонятно. Так, паркур. Что-нибудь там могу взять? Вроде ничего. Ну, вообще. А, ну взламывать, наверное, имеется в виду вот это. Найдите терминал за... А, ну все по-старому. Как в старом добром. Что? Что сказал? В рассыпную ищем. А, меня искать стали. Проснулись. А, уже взломал? Так, В это вот чтобы, ага, чтобы увидеть, куда идет, ясно. Ну, в принципе, и так видно. Прикольно. Ну ладно. Вау! Паркур! Обучение быстрый взлом. Ну все, идем. Это что? Угу. Зря тратишь время. Нет его. Это кто? Ага. Так это он. У него пушка. Это плохо? На этот случай у вас есть я, так ведь? Засекай. Любопытно. Все. Вошел. Так быстро? Давай без синонимов. Отвечай нормально. Я не очень люблю инопланетян или видеоигры. Это не просто инопланетяне. Ну ладно. У кого-нибудь еще проблемы с телефоном есть? Прикольно он своим шариком фигачит. Кто он? Он... Ретро. Хакер Home Domain Awareness? Этот ретро? Да. Мы же уже говорили. Я прослушал. Так, ключ доступа. Угу. X, чтобы взломать камеру. О. Это полезно, конечно. Так, нам взломать вот тут херню надо как-то. Ну ладно, нам надо... Сюдой надо как-то проходить, да? Я не знаю, зачем мне этот режим. Ключ доступа, говорит, найди. Нафига он мне нужен? Сотрудник мини-секьюрити. Так, ну... Не очень ясно. Что делать?
Как мне туда попасть, если мне нужен ключ доступа? Может быть, как-то у этого чувака? Да нет. Шут это такое, интересно. Так а где мне ключ доступа-то найти? Это какие-то затыки с самого начала. О, взлом открыть или закрыть? Что за херня? Не очень ясно. Пойду разбираться. Так, а может быть это как в старом добром Watch Dogs, камеру вот так вот взламывать нужно? Вот так вот, что ли? Наверное. Где следующее? Во, ясно. Ну так я... Можно взломать, ну тут. Что это такое? RFC. Пробел, что ли, нужно нажать? Не очень понятно. Да, все, мне уходим. Ясно. В общем, надо все вспоминать. Кстати, кто хочет вальнуть пацана? Да твою мать. Куда ты взялся? Ого. Нехило так погиб. Первая смерть, как говорится. Ну чё, разберемся. Тут что-то как-то... Всё как-то... Ну, взламывай давай. А, уже взломан. Что такое? Давай, пацан. Дверь с электронным взлом открыть или закрыть? Пробел, да? Угу. Короче, надо еще с взломом с этим разбираться. А где тут чувак? Вон идет, кто ты. Тихонечко. Наверное, по идее, не должны меня пока заметить. Мне куда интересно? Я наверх. Давайте пока здесь, может, ломанем. И что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился. Короче так. Он давно. Я могу что-нибудь с камерой сделать? И вроде надежно. Из чуваков пофигачить как-нибудь. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль CTOS почти невозможно. Хочу понять, он умный, упрямый или псих. Так. Что-то открыл. Не знаю, давайте. Интересно, чего на чуваков как-нибудь можно повлиять? Ботнет ресурсы какие-то взял. Больше с ними ничего нельзя сделать, да? Деньги. 7 баксов стырил. Так, еще у этого что можно? Какие-то ботнет ресурсы. Ладно. Нахер выходим отсюда. Надо осторожненько пробираться. Жалко, что здесь не, нельзя стелсово их как-то мочить. Подниматься потихонечку.
укрытии. Ну, они туповатые, они не следят за лестницами, поэтому... Так. Хорошо. Тихо. Блин. Правильно, уходи. Все, удалил. В CTOS он помечен как подозреваемый. Твою мать. Короче, повторять весь проход нужно. Я офигею. Ну ладно, сделаем это на паузе. Так, сейчас, блин. Он в CTOS он помечен как подозреваемый. Не заметили. Ух ты, ёп. Общественные работы. Не было улик. Сработали предиктивные. Да, блин. Суки, завалили. Я не знаю, как здесь вообще так пройти, чтобы не заметили. Но будем стараться. Так, а их, кстати, атаковать можно, оказывается. Кто бы мог подумать? Тихо. Так, ребята, у нас нарушитель. Блин, ладно, я заново начинаю. Но это прикольно. Давайте в стелсово вот так вот попробуем их валить. Давайте загрузим последнее автосохранение. Я давно уже не... Ну что, разберемся со временем. Давно уже не играл в такие подобного плана игры. Поэтому нужно опять все вспоминать. Все нормально, разберемся. И что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился... Например, сейчас вот этот тут пройдет. Короче, мы его он давно висит на канале. Зафигачим. И вроде надежный. Вот я и решила его потестить. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль CTOS почти невозможно. Хочу понять, он новый. Да что такое? Или псих? Где оружие, выходи. Давай. Так, чтобы я тебя видел. Они вообще успокаиваются или нет? Куда-то он продолбался. Ищем объект. Себе же хуже делаешь. Ну сейчас по типу уйдем. Бегают, ищут. Ладно, давайте без этого. Ну, короче, я чуваков атаковал просто. И вальнул. Чё нам париться-то? А оказывается, ж не знал, я думал, здесь их трогать нельзя. Оказывается, можно. А он опытный. В CTOS он помечен как подозреваемый в деле о кибервзломе. Он сидел? Общественные работы. А, и здесь нужно еще тусоваться рядом. Иначе система не будет отключаться. Если ты в системе, то уже насовсем. То есть я вот выйду. У нас потери! Блин. Охренеть! Он это серьезно! Времени нет, запаска скоро врубится. Так. К серверную. Нам наверх. А могу лезть наверх? Блин, могу. Ладно, хрен с ним, ушел, зараза. Конечно же, ушел.
Один там спит. Ну, без этого, наверное, не обойдешься, без всяких там... Он собрался в этот ад? Ого. Там внутри минимум градусов 120. Да ты шутишь? Наверное, по Фаренгейту имеется в виду. Не по Цельсию, а тут сжарится. А он не прост. Идет до конца. С собой ноут таскает. Ты что, взломал уже, что ли, Лиш? Дальше всех. Это как найти коровий уровень. Что это за шутки про коровий уровень, я не знаю. Так, давайте на всякий случай взломаем. Наверное, пригодится нам эта дверь. Так, ну здесь явно никто не ходит. Мини-секьюрити. Обыскивает район. Проверю в другом месте. Ну, проверяйте. Я пойду. Это что такое? Так. А, взломан вон какой сейчас нынче. Странный достаточно. Так и шо? Разобраться? Не такая. Прикольно сделано. Нужно бегать, блин, вокруг. Взламывать. Что за... Почему такой уровень угрозы? Список правонарушений. Ага, все видели, да? 11. Удаляем нахрен все. Полная херня. Владелец узла Тор. Штраф, арест. Блин. Или можно... Удаление полицейского досье. Давай удаляй. Рядом с угрозой все равно 42. Ноль процентов, никто. Облик для сетевого профиля. Системная ошибка. Вот так вот любой может залезть и удалить себя. Лазейку, чтобы потом вернуться, если что. Ну да, давай. У нас еще остались кое-какие дела. Выходит. Покой. Ага. Ладно. В лес так в лес. Выбрав цель, удерживайте, чтобы открыть модуль взлома, а затем нажмите. Так, это активировать объект. Так, это использовать датчик движения. Вот F, R это привлечь внимание, C отключить объект на несколько секунд. Ага. Ясно. И что?
Нафиг. Нажмите R для привлечения врагов поблизости. Но они не хотят. Иди посмотри. Что это? А, ну это хорошо, кстати. Мне это понравилось. Так, F вот это вот. Угу. Вроде никого не видно. Но мне туда-то и не надо. Где тут чибербеки эти? Где не видать? А вон. Все чисто. Иду дальше. По лестницам еще ходит, ёлушки. Насилие не наш метод, сдавайся. Конечно, не наш. Поддерживаю. Так, здесь эти можно активировать штуки. Так, идет. Блин. Надо сходить туда, проверить. Так, ну-ка. Выходи, руки поднял. Давай. Эй, нарушитель! Нормально. Понравилось. Где он там? Разуйте глаза. Смылся, похоже. Встречаемся в штабе. Что это было? Отсек, похоже. Мне лишним прислать еще людей. А, вызывает. Ладно, начнем заново. Короче, спустился просто по лестнице, не мучился. Просто-напросто, здесь никого нету. Открываем нахер и уходим отсюда. Какого хера? Шо? Шо случилось? Что, взломать можно здесь что-нибудь, что ли? Да, вроде нет. Все казалось проще, чем думал. Просто взял по лестнице, пых-пых-пых, вниз-вниз-вниз и все. Нормально. В 2013-м в Чикаго удалось внедрить CTOS, охватывающую весь город систему, призванную обеспечить безопасность и оптимизировать работу городской инфраструктуры. При помощи пары сотен строк кода хакеры загрузили вирус в центральные серверы и парализовали систему. Многие считали, что развитие умных городов на этом закончится. Напрасно. При поддержке специалистов Кремниевой долины на территории США появилась новая система CTOS 2.0. К единой сети подключено более 6 миллиардов устройств, собирающих информацию о нашей жизни и призванных сделать ее проще и безопаснее. Сеть проникает повсюду. Но что это значит? От большого брата теперь не скрыться. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В любой момент кто-то может перехватить контроль над вашим автомобилем или смартфоном. Вам кажется, что на вас это никак не отразится, но знайте, ваша цифровая тень уже в зоне риска. Страховщики изучают ваш образ жизни, чтобы определить условия страхования. Медучреждения вычисляют год вашей смерти, чтобы понять, стоит ли вас лечить. Нормально. Изучая ваши действия в сети, специалисты внушают вам, чему верить и за кого голосовать. Ценность вашей жизни измеряется в байтах. Таков новый порядок. Выйти из системы невозможно.
Но есть те, кто готов защищать свободу до последнего. Активисты, разоблачители, хакеры — серьезная проблема для новой элиты. Кто они? Угроза или наш последний шанс отстоять свободу? Шанс отстоять свободу. Терпаем и разберемся. Ну им сейчас этот чувак удобен, он тень уже. Он, ну? Получается, никто. Я с вами? Да, ты в дедсек. А, ну типа ясно, начиналось все с того, что чуваку дали задание, чтобы он попал в дедсек, чтобы удалил себя. А этот зайчик, Джош, он же Соулс Чили. Ю, так это был ты? Чел, с общагой круто. Рофи. Спасибо. Этот псих Рэнч. Нужды большинства. А этот Казанова Гораций. Привет, брат. Привет, чел. Это все, да? Долго же вы меня искали, блин. Вы сами видели, Блюм. CTIS — это не просто управление инфраструктурой. Они насобирали такое количество личных данных, это просто отвал башки. Да. Большой брат и маленький брат буквально два в одном. А? Она все видит и стучит на тебя. Спасибо, Джордж. И что нам делать? Кувалды и огонь. Нет, горящие кувалды. Ой, разлил. Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем, вам было досрочно отказано в кредитной карточке. Судя на дом в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Все эти данные у правительства. Арестуют тебя, мама сказать не успеешь. Так все и было. И я понял, почему. Знаете что? Нахер! Задолбало! Мы хакеры! Мы умнее, мы наглее! Разрушим эту сраную стену! Покажем всем, что такое Блюм! Покажем всему миру, что нас лишают свободы при помощи наших же личных данных! Блин! Я оставил бэкдор, так что войдем без проблем. Постой. Чего? Он оставил бэкдор, так что для нас дверь открыта. Точно. Вот так вот. Привет. Время есть? А ты кто такой? Сейчас, сейчас. Чё-то поздновато для пробежки, что копы догоняют. Или я коп. Эй, а я тебя знаю. Тусуйся. Чё-то я не понял. Попингуй недоделанный. Нажрался как свинья. Сраный Блюм. А я пойду и буду тусоваться. Если вам больше, говорит, нравится слышать рев мотора, чем радио, отключите функцию воспроизведения музыки в машине. Ну, посмотрим, если будут блочить. Так, конечно, отключим. Куда ж мы денемся-то? Ubisoft представляет. Алло, это чья труба? Твоя, новая. А старая где? В океане. Ты же ее туда бросил. Не помню. Упоролась. Приходи в хакерспейс. Чё? Проверь фотки на телефоне. Так, блин. Ладно, встаем, блин. Йоу, а у кого это я, а?
Какой-то бабы. Сцепил там на пляже, небось. В пьяном состоянии. Стой. Знатно вчера покутили. Как на Мардигра. Для начала найди новые шмотки, а потом жди указаний. А, и подготовь телефон. Накачай по дороге нужное приложение. Черт, так набраться в первый день. Noodle Maps. Что за одежда такая, ё-моё. В труселях бегает. Вырубите нахрен эту музыку. Ужас какой. Нельзя вырубить, главное. Ладно. Ну-ка. Оглушить током. Отключил нахрен. Ну-ка. Ведет исторический блок. В общем, не ясно. Ой, ну шо. Собственно, на этом, наверное, закончим серию. Посмотрим, как там с музлом. Загружу парочку данных. И, в общем, разберемся. Так, машинка есть. Куда нам надо идти-то? Нажмите, чтобы увидеть экран смартфона. Ага. Магазин приложений. Ну, для Maps. Бесплатно устанавливаем. Давай, устанавливай. Можете задать маршрут с помощью Noodle Maps. Хорошо. Что еще есть? Какой-то медиа-центр. Сунгсник. Нафиг. Что это такое? Узнать, что за песня играет. Нафиг. Scout X, это что? В прямой частности. Извини. Драйвер SF. Клиентов отвозить их на место назначения. Пускай я будет. Звоню, чтобы мне нужно... Как это установить? О, я думала... Да. Но не устанавливается. А как я для этот установил? Машина по требованию. Широкий выбор. А-а-а. То есть не все можно установить. Камера. Галерейка. Ты шо? Фильтр примените к видео. Нахер не надо. Софт-клуб настройки игры. Сменяйте параметры, чтобы сделать игру. Это короче нахер. Херня всякая. Купите штаны в магазине одежды. Карта у нас по М, да. Ну ясно, короче, свободный мир у нас тут. Вот, и нам нужно сюда приехать. Переместиться в эту точку, окей. В принципе, можно было на машине это сделать. Видите, можно и фаст-тревелом. Ну, разберемся, в общем. Еще. Надо все пробовать. Точки автосохранения, я тут понимаю, здесь нету сохранений. Опять же. Ну ладно, я думаю, одеваться уже будем в следующей серии. Не будем же мы ходить вот так вот. Пьем, что-то стырили у чувака. На мотоцикле, ну давайте покатаемся немного. Да, что мне это обучение ваше? Пш. Блин. Не очень удобно. Ну ясно. Главное, особо камеры не шевелить, а то на ходу можно взламывать.
Можно заработать деньги разными способами. Взламывайте, взламывайте, взламывайте. Ясно. Главное, когда едешь, мышкой не шевелить, тогда все будет окей. Как в НФСе все прямо. Сейчас я тебе зубы повыбиваю. Водить научись. Ты, значит, ходить. Сучара. Чё сказал? Осторожно. Падла. Бежать, собака. Будет у меня. Орать. Ладно, все, на этом, собственно, заканчиваем. Ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.